Всем приветики. Я хотел бы вам дать совет, который, возможно, вы уже слышали. Если что-то работает, то не нужно это трогать, потому что, возможно, после того, как вы поковыряетесь, это перестанет работать. Вот поэтому, если что-то работает все хорошо, то и не нужно трогать до тех пор, пока оно не сломается. А так, для профилактики лучше не надо. Потому что часто такое бывает, что человек начинает просто вот, ну, на всякий случай поковыряю, так, для профилактики, для, я не знаю, просто какого-то техосмотра, я не знаю. Хотя оно работает, не нужно было ковырять. Поковыряет, и после этого оно перестает работать. И нужно уже думать, что с этим делать, как это починить. Ну, вот, к примеру, вот я всегда много лет смотрел уже сайт с сериалами, он работал. А тут они решили провести техобслуживание и сказали, что быстренько его проведут за пару часиков. В итоге сайт уже не работает несколько дней. «Провели» называется. Лучше бы не трогали, он бы еще работал долго, пока бы не сломался. А так все. Все сидят, весь сериал, а там уже куча людей пишет, когда вы там запустите. Так что, такой вот совет. Ну, а на этом все. Всем покедова.